Для восточно-казахстанских полицейских на 2,5 миллиарда тенге увеличат финансирование. Уже в первом полугодии планируется закупить для правоохранителей 107 автомобилей. Теперь главная задача – снизить уровень преступности. Пока область по этому показателю на 7-м месте в стране. Больше всего фактов правонарушений зарегистрировано в городе Семее, также в Усть-Каменогорске. По поручению руководства региона службы полиции в течение месяца должны разработать эффективные методики по борьбе с преступностью. В первую очередь в населенных пунктах увеличат количество камер видеонаблюдения. У нас вообще по области 213 видеокамер есть. Помогло она, во-первых, по горячим, как говорится, следам раскрывать преступления и вообще реагировать на все виды правонарушений. И видеть обстановку, знать. У нас зачастую народ не своевременно обращается. Спустя некоторое время...